оба футболиста, как правило, отличались спокойствием. Но сейчас желтые карточки будем считать. Так, и продолжается у нас там потасовочка. Так, так, ну нужно, конечно, успокаиваться. У нас уже времени, практически игры не осталось. Я думаю, сейчас после этой потасовки сразу игра и завершится. Хотя можно что было... Дадут? Там Штефан, Юлю... Красная карточка. Ильнур Мангуткин получает, Щеткин получает, или это не Ильнур Мангуткин? Ну, Щеткин точно, да, получился желтую красную карточку, прошу прощения. Но это, конечно, чересчур, это означает, что...